Сегодня будем делать развал схождения без применения всяких компьютерных диагностик, а воспользуюсь только строительным правилом и строительным уровнем. Вот такой вот матис. Значит, расскажу вкратце, что требуется. Нужно, чтобы колеса стояли вертикально, ровно. И прикладывая правило к диску, ну, естественно, если он не кривой, при заранее выставленном ровно, значит, руле, то правило должно идти строго как бы параллельно по порогам, по линии порогов. При этом допускаются минимальные отклонения, то есть, например, вот в этой части и вот в этой с разницей в пару миллиметров. Вот, значит, сейчас возьмем уровень. Примерно так прикладывайте и смотрите по уровню, чтобы было ровно. Вот, сейчас машина задомкрачена. Вот, я уже все настройки сделал. Сразу могу сказать, что на Deo Matiz'ах есть какая-то заводская проблема. Она связана вот с этими болтами. Они на восьмерках, на Жигулях называются развальные, но здесь они не эксцентриковые, обычные болты, обычные гайки. Мне пришлось шарошкой, дрелью в верхний болт в наружную сторону немножко растачивать, потому что по заводскому колеса стояли как на какой-то Татре. Так вот, у кого есть такие же проблемы, то, значит, нужно взять оцинковку, вот такие квадраты сделать из нее, намазать там солидолом каким-нибудь. Вот, их под колеса подложить для, значит, вот если самому как бы такой стенд делать для развала. Вот, сам сход регулируется рулевыми наконечниками, вот, а развал именно вот этими болтами. Я у себя заранее все замерил, потом задомкратил, сделал такие пластины и расточил там, потом все собрал, у меня все получилось ровно. Сейчас я соберу и машину ровно поставлю и покажу, как надо мерить. Вот, сейчас опускаем машину и увидим, как она заскользит на этой пластине, тем самым встав на свое место. Вот. Пластина соскользнула, место свое заняла. Посмотрим руль. Ну так ровненько вроде стоит. Вот. Теперь прикладываем уровень. Вот так по центру диска ровненько. Тут соблюдаем все расстояния. Что он у нас скажет? Надо покрутить немного руля. Вот, машину я катнул туда-сюда, она сейчас заняла свое место, и вот видно, что уровень стоит ровно. Вот так вот по центру колеса. Вот, теперь посмотрим с этой стороны то же самое. Тут тоже, на самом деле, все по уровню. Вот так тоже в середину колеса держу. Машина тоже стоит по уровню. Вот. Тут вот подложить пришлось фанерки, потому что пол не самый ровный. Вот. И про правило я говорил. Руль. Руль надо поставить ровно. Ровно. Вот такое правило, самое обыкновенное. Вот так вот прикладываем его. Так. Вот здесь ровно. Рукой неудобно. Вот. И по порогу. Так. Относительно все ровненько. Я говорил, да, небольшие допускаются какие-то уклонение от нормы, но можно, кто-то, у кого-то получится совсем идеально.
Тут самое главное все ровно прижимать. Вот, и здесь по порогу. Так, зафокусируй, чтобы ровно. Вот. Тоже может есть какие-то небольшие уклонения. Вот. В общем, вот как-то так. Надеюсь, кому-нибудь это пригодится. Информация. Кто-то сам сделает так же, как я.